Сегодня, 23 октября, рекламисты всей России отмечают профессиональный праздник – День работника рекламы. Ну а чем же все-таки занимается специалист отдела продаж, мы расскажем на примере сотрудника отдела рекламы нашей телекомпании. Московская Лиза работает в отделе рекламы телекомпании МИАС совсем недавно, но уже успела разобраться, что к чему. Для многих остается секретом, чем же занимаются рекламисты. Оказалось, что в обязанности этих людей входит множество вещей, зачастую связанных с тратой собственных нервов и сил, а также с организацией работы множества людей. Все, что вы видите на экранах своих телевизоров, слышите из радиоприемников или читаете в газетах и журналах, придумано, написано и исполнено именно менеджерами по рекламе. Составить грамотный текст, отвечающий современным требованиям, подобрать голос, организовать запись и правильно и эффектно смонтировать. И самое главное – согласовать. Тяжела и неказиста жизнь в МИАСе у рекламиста. Тем не менее, с праздником. Ребят, вообще некогда, давайте немножко попозже. Я хочу в этот день поздравить всех своих замечательных коллег, всех тех людей, которые связаны с рекламой, с Днем рекламного работника. На самом деле это замечательный праздник, и пожелать во многом, пожалуй, в самом главном, беззаветно любить свою работу. Ведь когда любишь, все получается, все складывается и приходит долгожданный успех. Ну и, конечно же, лояльных клиентов. Валентина Ефимов, Андрей Данилов, программа «24 МИАС».